Особенностью последней оперативки было даже не то, что в понедельник был выходной и в понедельник оперативки не случилось, а то, что этой оперативки на этой неделе не случилось совсем. Причин того, что оперативного совещания правительства на этой неделе не случилось, на самом деле может быть очень много. Выстраивается много версий. Как обычно, традиционно наша власть не считает нужным рассказывать населению, зрителям, людям, почитателям, подписчикам о причинах того, что происходит, там, об отмене этих мероприятий, о переносе этих мероприятий, просто все по факту. Но начнем мы не с этого. Первая половина нашего сегодняшнего выпуска будет состоять исключительно из загадок. И одной из загадок, такой, в общем-то, не страшной, легкой, но интересной, было то, куда делся дорогой Ради Фаритович 2 ноября 2019 года. Мало кому известно, что со 2 ноября руководитель республики находится в краткосрочном отпуске. Вообще об отпусках руководителей регионов как-то не принято говорить, не принято об этом объявлять. Это все достаточно завуалировано, если не сказать, что секретно. Почему? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, потому что у руководителя республики по его там нормам рабочего времени неприлично длинный отпуск. Он значительно более длинный, чем у всех вообще смертных на нашей территории. Может быть, он стесняется этого, может быть, еще что-то. Традиционно всегда засекречивается или умалчивается место пребывания в отпуске руководителя республики. Вместе с тем, понятно, что в большинстве случаев руководители регионов и России стремятся отдохнуть где-нибудь за рубежом, вопреки официальной пропаганде. Не исключением стал и дорогой Ради Фаритович 2 ноября. Однако случилась интересная и загадочная вещь. 2 ноября в городе Дубае, в Арабских Эмиратах, в аэропорту Ради Фаритовича и его друзей встречал специально обученный человек, который, видимо, намеревался отвезти компанию в отель. Однако очевидцы этого события утверждают, что, во-первых, на том самолете, который встречал вот этот специально обученный человек с табличкой, Ради Фаритович, его супруга и его друзья не летели. Пассажиры из Уфы даже как-то заволновались, куда же делся дорогой руководитель, не опоздал ли он на самолет. И, в общем, вот это повисла загадка в воздухе. Объяснение этой истории, конечно, может быть много. Я выделил из всех версий три. Фантастическую, реалистическую и глупую. Ну, первая такая, значит, фантастическая, не улетел, потому что дела были. Ну, на самом деле, видимо, дела закончились на тот момент и, скорее всего, улетел. Реалистической версией я считаю то, что Хабиров на самом деле летел не из Уфы напрямую, а следуя примеру своего предшественника Рустема Хамитова, путал следы, летел через Москву. Как мы помним, Хамитов летал в Италию вообще с двумя пересадками. А то и была версия о том, что на самом деле летел даже не в Италию, а во Францию, а просто он пересаживался в Москве, в Неаполе и еще где-то, стремясь попасть во Францию. Я до конца не знаю, каков маршрут был у Хабирова, но что-то мне подсказывает, что на самом деле он отдыхал в Арабских Эмиратах. Любопытно отметить компанию, в которой отдыхал или до сих пор все еще отдыхает дорогой руководитель. Это некий мистер Эдвард Хазиев, некая миссис Ирина Тимофеева, ну и, естественно, дражайшая супруга руководителя региона. Кто эти люди, я имею в виду господина Хазиева и госпожу Тимофееву, мы не знаем. Любопытно было бы узнать все-таки, в каком кругу общается Ради Хабиров. Попробуем выяснить, кто эти люди. Вообще, конечно, неудивительно, что вот эти фотографии, вот эти встречающие, тем более вот этот прокол с табличкой в аэропорту, попали в объективы стримеров и теперь попадают в общественное пространство. Неудивительно, потому что вообще-то руководители республики, руководство высшего звена – это люди публичные. Обижаться на это не нужно, удивляться этому не нужно. Так что я надеюсь, что Хабиров здраво среагирует на
вот то, что это стало известно широкой общественности, и это будет всегда известно широкой общественности, и к этому надо будет привыкать. В связи вот с этим загадочным отлетом Хабирова то ли в Эмираты, то ли еще куда-то, хотелось бы отметить еще два момента, а именно изменения в поведении Инстаграма Хабирова. Два Инстаграм-канала, которые привязаны непосредственно к Хабирову, это глава РБ и Ради Хабиров, вели себя немножко по-разному. Со 2 ноября глава РБ перестал публиковать портреты Хабирова, и в ход пошли то ли консервы, то ли какие-то абстрактные материалы. Видео с Хабировым там нету, фотографий с Хабировым там нету. В общем-то, те, кто ведут этот Инстаграм, вели его достаточно профессионально, хотя намеков на отпуск и отъезд за границу, конечно, не было. А вот в Инстаграм-канале Ради Хабиров, конечно, был один прокол, а именно 4 ноября было фото Хабирова с текстом о Бурзяне, что, очевидно, указывало на то, что вероятнее всего Хабиров там поехал в Бурзян, хотя это на самом деле было совсем не так. В остальном Инстаграм-канал Ради Хабиров повествовал нам о привычном, об обычном, о том, как дорогой Ради Фаритович, даже находясь в Арабских Эмиратах, беспокоится о пожарах в Башкирии, гордится тружениками села, дорожными рабочими, ну и прочими текущими вопросами. То есть я отмечаю, что ни тональность, ни содержание Инстаграма Ради Хабирова никак не изменились в целом относительно того, что он в отпуске, относительно того, что он за границей, никаких фоточек на пляже, там, на фоне пальм не появилось. И это лишний раз говорит о том, что, конечно же, Инстаграм-каналы Хабирова ведет не сам Хабиров. А вот эти наивные предположения, что там можно ему туда написать, там с ним связаться, поговорить и даже с ним встретиться, конечно же, нужно оставить в прошлом. Но и в этом тоже нет ничего удивительного. Удивительно, с другой стороны, то, что Хабиров так отчаянно и смело отправился в свой первый отпуск на посту официального главы Республики Башкортостан за рубеж. И в зарубеж такой, скажем, не ближний, а довольно-таки дальний. Проигнорировал место отдыха, положенное вообще-то высшему чиновничеству Российской Федерации, я имею в виду Крым. Не поехал даже к своему дорогому другу, например, в Молдавию, где, наверное, чувствовал бы себя комфортно, или на Донбасс, там тоже у него очень много друзей. Хабиров выбрал Арабские Эмираты, это, конечно, здорово, классно, но для чиновника категории А, конечно, очень непатриотично. Теперь подробнее поговорим о предположениях, почему же все-таки на этой неделе не случилась трансляция оперативного совещания правительства, случится ли эта трансляция на следующей неделе и так далее, и так далее. Я бы выделил 4 основные версии, которые выдвигались по этому поводу. Все эти 4 версии, конечно же, разной достоверности, разной вероятности, но давайте их все обсудим. Первая версия, такая очень распространенная и, на мой взгляд, очень недостоверная, что больше все, трансляции оперативок не будет, значит, их закрыли, совещания будут закрытыми, секретными, и никогда мы не узнаем, что там происходит. Ну, во-первых, начнем с того, что оперативки действительно не было вообще, в смысле от слова совсем. Во-вторых, я не думаю, что власти республики пойдут на столь кардинальное изменение в собственном облике открытости и распахнутости родному населению, даже в связи с тем, что, условно говоря, ведущий на этом мероприятии меняется, и теперь вместо Хабирова там будет Назаров. Так что эту версию я категорически не разделяю, но она является действительно массовой. Версия номер 2 заключена в том, что оперативку не проводили, потому что Хабиров ушел в отпуск и пока еще не доверяет Назарову вести эти мероприятия. Тут я категорически не согласен. Во-первых, Хабиров уже публично доверил Назарову вести эти мероприятия, перечислив там список его полномочий и обязанностей на посту первого вице-премьера правительства. Во-вторых, это и была на самом деле одна из главных целей Хабирова при срочном подборе и назначении, если не премьер-министра, то вот этих вот суррогатных первых вице-премьеров правительства. Дело в том, что Хабирову надо было, конечно, уже срочно с себя сбрасывать вот этот груз ответственности, который на него стал уже сильно давить, я имею в виду ответственность за деятельность его же правительства.
Несмотря на то, что Хабиров лично сформировал правительство, которое мы сейчас видим, оно, конечно, очков ему ни в политическом, ни в экономическом пространстве никак не приносит. И, в общем, надо было срочно на кого-то это свалить. Так что версию о том, что Хабиров все еще будет участвовать активно, по крайней мере, регулярно в этих оперативных совещаниях, я тоже не разделяю. Третья версия того, почему не проводилось оперативное совещание, на мой взгляд, одна из самых невнятных, но при этом и самых вероятных, как бы это парадоксально ни звучало. Совещание, оперативное совещание правительства не проводилось, потому что Назаров решил тактически отложить это совещание на следующую неделю, во-первых, подготовившись основательно после всех вот этих вот праздников пертурбации, а во-вторых, слишком много членов правительства в отпуске и слишком много заместителей было бы на месте первых руководителей ведомств. В общем, это некомфортно, и давайте подождем следующую неделю. Вот эта версия мне, кстати говоря, кажется наиболее вероятной. И в этих всех вещах часто очень причиной бывает просто организационный вопрос, а вовсе не какая-то там, значит, сложная интрига или политическая задумка. Ну и четвертая версия, самая, на мой взгляд, абсурдная, но при этом самая веселая. Гласит она следующее, что это Потылицын довел правительство до такого отчаянного шага, они отменили оперативки, им стало стыдно, и они ушли в подполье. Нет, я категорически отвергаю эту версию в том смысле, что, во-первых, я не стремился к тому, чтобы эти мероприятия были отменены. Сами понимаете, они являются там где-то примерно третью контента нашего канала, так что мне было бы очень нелогично этого хотеть. Но если говорить серьезно, то я все-таки до сих пор рассчитываю на то, что моя жалкая и слабая попытка анализировать деятельность нашего правительства, тем не менее, приносит хоть какую-то небольшую пользу этому самому правительству и зрителям в части понимания, насколько иногда абсурдно они сами выглядят, насколько неправильно делают некоторые вещи, и как бы было бы здорово что-то поправить. Ввиду отсутствия материала оперативного совещания, на этой неделе в нашей передаче будет несколько давно обещанных сюжетов, которые мы откладывали, я извиняюсь. Это будет, в частности, два сюжета по Баймакскому району и по городу Октябрьскому. Баймакскому району мы вообще задолжали, вот это письмо лежит давно, я его снова перечитал и понял, что нужно было, конечно, его осветить раньше. Нам примерно два, может быть, даже больше месяца назад пришло письмо из Баймакского района, в котором подробнейшим образом описывается ситуация в районе и деятельность нынешнего главы Аминева, то, как этого господина Аминева Фаниса Габдрашитовича довольно трагическим образом так непросто возводили в должность главы района, как этому очень сильно противились депутаты районного совета, а именно они должны были утверждать этого господина на должности, как из Уфы приехал целый десант специалистов из администрации главы Республики Башкортостан, а именно господин Ахмедьянов и господин Халисов, как они обрабатывали каждого отдельного депутата районного совета с целью уболтать, все-таки проголосовать за этого пресловутого Аминева. Первый заход господин Аминев не был избран депутатами районного совета, и как в конце концов это решение было все-таки продавлено и администрацией главы. Теперь уже можно вспомнить о том, как господин Хабиров на одном из оперативных совещаний почему-то разразился похвалой в адрес господина Аминева. Видимо, этот Аминев делает что-то очень полезное непосредственно Хабирову. Но, тем не менее, вот это письмо из Баймака говорит о том, что в районе все очень непросто, очень неблагополучно или не так благополучно, как преподносится руководству республики и населению. Письмо, конечно, очень эмоциональное здесь, и как бы личное обвинение в адрес господина Аминева, и некие обобщения о том, что общее экономическое состояние района упало, ухудшилось. Однако я бы поостерегся пользоваться такими абстрактными формулировками, что все стало хуже, там Аминев хуже своего предшественника и так далее. Я бы хотел все-таки опираться на более конкретные факты
и данные. И во второй части этого письма, которая даже, в общем-то, является как бы отдельным приложением и называется «12 фактов о господине Аминеве», вот в этом письме, конечно, содержатся уже и факты. Я постараюсь перечислить эти факты чуть позже, но в частности, завершая говорить о первом письме, хочу сказать, что авторы этого письма, во-первых, панически боятся того, что их авторство станет известно, и они очень просят не называть фамилии, имени авторов и отправителей этого письма. Мы не станем этого делать, естественно, хотя у нас есть информация о том, кто писал это письмо и как бы кто отправитель. Авторы письма говорят о том, что повторный конкурс на пост главы Баймакского района и последующие за этим титанические усилия со стороны кураторов и специалистов администрации Хабирова по продавливанию Аминева на эту должность были некой благодарностью Аминеву за те результаты на выборах, которые он дал Хабирову. И авторы письма утверждают, что по Баймакскому району был установлен уровень поддержки Хабирова в 90%, что, собственно, и показал глава района, и, соответственно, как предполагают авторы письма, именно за это в благодарность Хабиров столько усилий принял через своих подчиненных для назначения господина Аминева. Также наши корреспонденты в Баймаке говорят о том, что на сегодняшний день идут проверки со стороны Следственного комитета, прокуратуры, АБЭП и контрольно-счетной палаты. Но контрольно-счетная палата ничего серьезного не выявила. И по мнению жителей Баймака, даже если они что-то выявят, то огласки это никогда не придадут. А теперь об этих 12 фактах Аминева. Первым фактом или первым как бы обвинением со стороны жителей Баймакского района в адрес главы района является ситуация с карьерами. Как мы помним, этому вопросу очень много внимания уделял Хабиров лично. Этот вопрос вошел в число предвыборных обещаний Хабирова, и я думаю, что это важная история. Так вот, жители Баймакского района сообщают, что некое ООО «Танылык», работая по разработке золота, нарушает какие-то там нормы и требования местных жителей. Несмотря на возмущение местных жителей, разработка продолжается и увеличивается площадь этой разработки. Жители Баймака в письме своем указывают, что у них есть предположение о том, что эта разработка ведется не до конца корректным или незаконным образом. Жители в письме указывают, что они предполагают о том, что документов на разработку второй очереди у этого ООО нет, и что глава Баймакского района вводит в заблуждение Хабирова о том, что эта разработка ведется законным образом. В деревне Басаев жители тоже объявили бунт, следуя вот стилистике этого письма, рассказываю, и чтобы не было разработок около этого села. Однако все проведенные сходы, даже с участием господина Аминева, никаких результатов решений не принесли. Ответов на вопросы жителей нет, земли распродаются приезжими, все раскапывают, а люди должны жить в таких условиях. Конец цитаты. Вторым пунктом жители Баймака подвергают сомнениям то, что господин Аминев в состоянии реализовать в районе региональные и федеральные проекты, приводят конкретные примеры. Они говорят о том, что приемка, например, работ по капитальному ремонту домов ведется с нарушением, что собрания жильцов не проводятся, сами приемки не осуществляются, что на этих собраниях фиктивно присутствуют 1-2 представителя от дома, а потом подписывают, что дома приняты всеми жителями. Приводят конкретный пример ремонта крыши дома номер 13 по проспекту Салаватова Юлаева, МКД, многоквартирный жилой дом, пятиэтажный, все лето ремонтировали, а осенью и в начале зимы крыша стала протекать до первого этажа, ну и так далее. Вот подобные примеры. Далее идут обвинения в том, что господин Аминев упустил, запустил все вопросы демографии. Вот здесь я, конечно, как бы не стану на сторону жителей Баймака, потому что здесь не приведены конкретные статистические цифры и факторы, утверждаются только, что увеличилась смертность как бы там от всевозможных
внешних факторов, там, пьянства и прочих вещей. Но тут трудно судить о достоверности этой истории. Говорится и о нерадивости господина Аминева в области социальной защиты населения и малоимущих. История про самоубийство матери пятерых детей, о том, что никто не ведет никакой профилактики, профилактики пьянства, профилактики наркомании, суицидов и так далее. Следующим пунктом обвинения жителей Баймакского района в адрес собственного главы довольно существенное обвинение в том, что господин Аминев пренебрегает исполнением поручений главы республики по части мусорной реформы. Жители в своем письме утверждают, что контейнерных площадок, обещанных в Баймакском районе, нет. Контейнеры установлены далеко не везде, а свалка завалена мусором, который собирается со всего района. Свалка постоянно горит, и там происходит то, что вообще, цитирую, описанию не подлежит. Когда будут контейнеры, не знаем, наверное, зимой, пишут жители Баймака. Также они указывают на то, что увеличилось количество пожаров в Баймакском районе. До конца ли в этом вина главы района, я не знаю, но тем не менее. Рассказывают о том, что горят и леса, и горят и люди. Погибли уже 4 человека только за последний период и так далее. Шестым пунктом идет обвинение в ухудшении экологии. Здесь я, конечно, не могу утверждать, что действительно только глава в этом виноват, хотя глава, конечно, должен за этим следить. В частности, говорится о том, что участились сбросы всевозможных стоков, загрязняющих реку Тоналык, что никто это не контролирует, не обращает на это внимания. Отдельным седьмым пунктом обвинений жителей Баймака звучит ухудшение автобусного сообщения в районе. Они говорят о том, что несмотря на получение 10 автобусов, проблемы с маршрутами как были, так и есть. Автобусы нужно ждать более часа. Карту Алга невозможно приобрести. Как же так в Баймакском районе? Не верю. Так как до сих пор в наличии их нет. Ну, может быть, по прошествии 2 месяцев, конечно, они появились. Некоторые рейсы в межгород и район снимают. Об этом не сообщается, люди путаются. Утверждается, что нет никакой рентабельности. Люди должны мерзнуть, ждать 40 там, минут, час и больше. Никакой справедливости в этом вопросе не наступило в Баймакском районе. Восьмым пунктом претензий идет то, что не все ладно в народном образовании. Сообщают о том, что новую школу обещали открыть 1 сентября, а потом уведомили о том, что она не откроется, и что дети будут ходить во вторую смену в 4-й лицей. Люди недоумевают, как же быть с обещаниями господина Аминева. Девятым пунктом обвинений следуют традиционно дороги. Здесь, конечно, в основном абстрактные обвинения, но люди утверждают, что дороги плохие, одни камни и глыбы, никто не хочет об этом думать. Десятым пунктом, как пописанному, указываются проблемы медицинских работников, нехватка узких специалистов. Врачи уезжают из Баймакского района по утверждению авторов этого письма. Многим врачам приходится перерабатывать за счет этого. В конце совсем уж апокалиптически пишут жители Баймака о том, что они не понимают, куда катится мир и как дальше жить. 11-м пунктом обвинения господину Аминему выдвигают то, что он нисколько не заботится о создании новых рабочих мест. И по предположению авторов письма считают, что чем меньше народу будет жить в районе, тем меньше проблем будет у самого господина Аминева и так далее, и так далее. В общем, авторы письма констатируют, что в районе не создаются условия для того, чтобы увеличилось количество рабочих мест. 12-м последним пунктом претензии господину Аминеву жители Баймакского района обозначили полную потерю контроля над порядком выпаса мелкого и крупного скота. Жители жалуются, что участились ДТП с участием домашних животных. Жители жалуются на то, что никаким образом никто не регулирует этот процесс и даже сравнивают Баймакский район с благословенной Индией. Я думаю, что это, конечно, довольно-таки натянутое сравнение, но тем не менее, в принципе, для сельской местности эта проблема довольно существенная. Резюмируя в целом вот это письмо из Баймака, хочу сказать следующее. Я никоим образом
не опровергаю, не поддерживаю, не подтверждаю вот этих утверждений, которые в этом письме прозвучали. Однако сам факт появления настолько длинных текстов, обращенных в адрес людей, которые формально не призваны решать проблемы районов, конечно, говорит о том, что адресаты не нашли поддержки ни в администрации Хабирова, ни тем более в собственной администрации, не нашли возможности диалога с господином Аминевым, а те проблемы, которые перечислены в этих документах, они вполне себе отражают ту картину, которая, в общем-то, стандартна, наверное, для любого района. Наверное, господину Аминеву стоило бы обратить внимание на этот пункт, вернее, на эти 12 пунктов обвинения. Возможно, какие-то из этих обвинений уже отпали, а какие-то, может быть, и были не до конца достоверными, я не знаю. Но, тем не менее, сам факт вот подобного обращения, конечно, очень интересен и симптоматичен. Кроме всего прочего, я продолжаю настаивать на том, что мы своего рода некий заменитель этого инцидента, потому что очевидно, что инцидент уже получил все вот эти письма от Баймакского района, и никакого ответа жители на эти письма не получили. Кроме всего прочего, конечно, вызывает недоумение отсутствие реакции на подобные обращения со стороны региональных СМИ. У нас телевидение, у нас БСТ, у нас Башинформ, у нас там и баймакские всякие газетки имеются, наверняка в Баймаке есть и местное телевидение, однако никто никак не реагирует. Это говорит о чем? Это говорит о блокаде информации со стороны там, районных СМИ, понятно, они все просто плашмя лежат под главой районной администрации. Ну и республиканским СМИ, судя по всему, дается команда о том, что вот на эту тему не снимаем, про это не говорим. Аминева похвалил Хабиров, мы его не можем критиковать. Вот эта вот больная ситуация, конечно, очень плохо сказывается на достоверности информационного пространства в республике. Тут еще и Наташа Павлова в отпуск уехала. Невозможно опереться на последний достоверный источник. Я имею в виду Коммерсант. В общем, конечно, ужас в этой истории. Я воздержусь от того, чтобы называть полностью нашего адресата, нашего корреспондента в городе Октябрьском. Назовем его Ратмир. Так вот, Ратмир нам сообщает о том, что в городе Октябрьском, несмотря тоже на безудержные похвалы со стороны главы региона, происходит суровые безобразия, и речь идет о совершенно конкретном случае, о незаконном строительстве жилого дома на улице Октябрьской в городе Октябрьском. Ратмир утверждает, что на улице Октябрьской был построен дом без всякой разрешительной документации, с нарушением всех законов. Коммуникации, все строительно-монтажные работы проводились самовольно. Администрация делает вид, что не знает про это ничего. Рядом с этим домом планируется застройка еще такого же дома, а на возмущение жителей ближайших домов нет никакой реакции. Им говорят, что строительство разрешил сам глава. Интересная форма разрешения, да, на строительство. В последнее время это нормальная практика для нашего города. Есть глухонемая администрация, и все об этом знают, но бессильны бороться с этим безобразием. Прекратите произвол администрации и наведите порядок со строительством квартирных домов в нашем городе. Также Ратмир сообщает нам о том, что обращения по этому факту были направлены во все мыслимые и немыслимые инстанции. Мы, как обычно, тут являемся последней инстанцией, судя по всему. Обращался он и в городскую администрацию, и в администрацию главы Республики Башкортостан, и в правоохранительные органы. Реакции не было никакой, вернее, там были какие-то формальные отписки. Будем разбираться, спасибо, мы не в курсе, не наши компетенции и так далее, и так далее. Здесь что я могу сказать? Я могу сказать, что я лично на улице Октябрьской в городе Октябрьском еще не был. Не могу точно определить, приводимые фотографии соответствуют ли этой геолокации. Однако предположим о том, что господин корреспондент из Октябрьского, наш друг, читатель и подписчик Ратмир, утверждает что-то достоверное, тогда это, конечно, нарушение. Если он не прав, тогда просим администрацию Октябрьска дать нам какую-то обратную связь, опровергнуть эту историю. В таком случае мы с удовольствием сообщим о том, что Ратмир, наверное, ошибся в своих утверждениях об этом доме на улице Октябрьской в городе Октябрьском. В связи с продолжающимися обвинениями в мой адрес по поводу аффилированности с акционерным обществом СОДА, я решил освещать деятельность и ситуацию вокруг разработки горы Куштау теперь регулярно. Мне очень не понравились эти обвинения, что я там продался СОДе.
не продался. По крайней мере, денег точно от них не получал. В общем, на прошлой неделе, в прошедшие дни, случилась очень важная история. Появилась на свет некая, значит, резюмирующая бумага, некий документ, некое исследование о отсутствии на участке, который СОДА собирается взрывать и разрабатывать на Куштау, археологических ценностей. Исследование это было заказано в некий московский институт. Этот московский институт исследование произвел и сделал заключение, что на горе Куштау напрочь отсутствуют любые артефакты и археологические объекты, что, ну, естественно, недвусмысленно намекает о том, что копать эту гору не только можно, но и нужно. Настораживает здесь, конечно, факт того, что исследование было заказано москвичам. У нас принято, когда нужно сделать что-нибудь такое, скажем так, щепетильное. Чем дальше закажешь, тем лучше получишь, как говорится. Во-вторых, смущает то, что на самом деле существующие археологические объекты в зоне Куштау и вокруг этого, значит, участка, который выделила себе сырьевая компания, так вот, ближайшие достоверно разведанные археологические объекты находятся, например, в 80 метрах и в 300 метрах от границы этого заявленного участка. То есть это говорит о том, что границы были выверены таким образом, чтобы уж точно не попасть на эти археологические артефакты, но при этом 80 метров от гигантского разлома, который там предполагается разрыть там вот эту всю гору, взрывать, вывозить КАМАЗами, и всего лишь 80 метров до археологического объекта, согласитесь, это опасная близость для этого археологического объекта. В общем, конечно, есть предположение, что господин Полставалов, который теперь у нас защищает всевозможные исторические и культурные объекты в Республике Башкортостан, не зря поставлен на свою должность, хотя и понижен очень сильно в ней. Я думаю, что и здесь господин Полставалов принесет много пользы той странной агломерации Хабирова и акционерного общества СОДЫ. Дело в том, что от Полставалова теперь будут зависеть некоторые решения в части там, разрешить, не разрешить, согласовать, не согласовать вот эти моменты по поводу археологических ценностей и прочих ценностей на территории Куштау. Исследование вот это Московского института вызвало много разговоров, бурную реакцию и так далее. Я не перестаю говорить о разрозненности, неорганизованности противников разработки Куштау. Опять мы увидели, как все кинулись, кто в лес, кто по дрова. До тех пор, пока противники разработки горы Куштау не объединятся в некую систему, в некую конструкцию, а еще лучше в некую организацию, ничего у них не получится. Зато посмотрите, как СОДА действует согласованно, методично, все по плану, все расписано. Сейчас докажем, что там нет, значит, никаких культурных ценностей, потом мы докажем, что там нет никаких археологических ценностей, потом мы докажем, что это все там, значит, вообще никакая не охраняемая зона. Ну вот вам и, значит, готовое разрешение на разработку Куштау. Вот на это нужно обратить внимание защитникам, если они действительно хотят защищать гору Куштау, а не пошуметь, либо извлечь из этого какие-нибудь дивиденды или непосредственно денежные средства, как уже попытался сделать один из членов общественной палаты, который объявил сбор на защиту Куштау, но почему-то в собственный карман. Ну, в общем, вот такая история с Куштау, будем за ней наблюдать, будем беспокоиться за это все. И действительно надо беспокоиться, не хотелось бы, чтобы эта гора была уничтожена, разработана и превращена в эти дурацкие пачки соды. И традиционно работа над ошибками. Ошибок мы совершаем много, и я совершаю много ошибок. Стараюсь их признавать и стараюсь их исправлять по мере возможности. В нескольких предшествующих передачах мы упоминали господина Искандарова Урала Салаватовича, ныне министра экологии и природопользования в правительстве Республики Башкортостан. Так вот, я его упоминал в контексте того, что он является каким-то там одноклассником или одногруппником Радия Хабирова. В общем, более глубокие исследования биографии господина Искандарова не подтверждают этого факта. Я не думаю, что я оскорбил Урала Салаватовича тем, что предположил его близость там, историческую, там, какую-то дружественную к Радию Хабирову, потому просто уточняю, господин Искандаров не является одноклассником и одногруппником Радия Хабирова.